У СЕЗ Магілёв зарегістрировали одразу 3 новые компании, а это новые инвестиции и новые працоўныя месцы. У свободной экономичной зоне Могилёв 45 резидентов, которые реализуют проекты на агульную сумму 670 миллионов евро. А зараз семья резидентов СЭС пополнилась трьома новыми компаниями. А это новые виды продукции, новые вытворчести. Эти компании дадут перспективу реализации своих проектов дополнительно в Могилёвской области более 360 рабочих мест и более 11,5 миллионов евро инвестиций. Так, компания МКРМ «Запад», учитывая свою технологию и свои высокопрочные стали, начнут производить новую грузовую технику на базе существующих комплектующих из Республики Беларусь. Компания «Белания» создаст производство нового вида упаковки полимерной, а компания «Экстралайн» — это тоже новый вид, помимо существующей продукции, которую они производят, это будет новый вид упаковки для продуктов питания. У СЭС Магілёў удакладнілі, два резидента будут арендовать існуючыя площі на предприемствах «Магатэкс» и «Хімвалакно», а одна компания приходит на новый для будаўніцтва участок по Шкловскому накірунку у Магілёве. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов. Новини региона.